находится в районе Новоселок. Да я про дорогу говорил. Водная. Вот река Тесна называется, в районе Новоселок. Ну да, что-то это. Так мрачно так объявил. Да. Знаешь, я мрачный. Не получено, а то я там включился, мне что-то показалось. Окей, получено. Ладушки. 7-3, удачи. Принято, Слава. Давай, 73, тогда будь здоров. Вот, и на связи. Это Слава, давай, 73, тогда будь здоров. Вот, и на связи. Где-то оборвало. Не, это я тангенту там, когда вешал это. Тангенту я чуть-чуть не взял. Вот и 5 УК, вот и 4 уйдет йод. Уйдет йод? А он еще что же живет? Пошли связи. Пошли, да. 4 уйдет йод, вот и 5 УК. Вечер добрый, Юрий зовут. Находимся в районе хутора Новоселок. Ну, на бережку, на приеме. 4 уйдет йод, вот и 5 УК. Вечер добрый, Юрий зовут. Находимся в районе хутора Новоселок. Ну, на бережку, на приеме. Не успел. Я успею, я просто не хотел. Ой, размазывается. А фокус не отработал, да? Не, отработал, Юрка дернулся. Добрый вечер, Юрий, зовут меня Макс. Там недалече от вас, выше по течению, недалеко от Островца, есть попугайчик 145-025, есть склон поддержки. Дерните его, как он у вас там проходит, интересно. Вот эти 4 уйдет. Пять уйдет, и вот и 4 уйдет. Вот, на форумах встречались. Вот, по крайней мере, переписывались несколько. Получится. Да, все принято. Я уже тут, походу, вспомнил. Вот и 5 уйдет. История.